Приветствую вас, человек описывает ситуацию, при которой на него нахлынули воспоминания, вот, не очень приятные из прошлого, вот. Я, наверное, не буду их как-то зачитывать ввиду того, что там, на мой взгляд, есть некоторые неточности. Вот. Там есть некоторые такие, ну, нюансы, вот, которые, на мой взгляд, несколько вот, ну, несколько мешают, скажем так, восстановить свою картину происходящего. Вот, по крайней мере, по моему мнению, это так. Вот. И просто хочется дать какую-то обратную связь, да, на то, вот, что человек написал, потому что, ну, чувствуется, что его это волнует, да, чувствуется, что его это беспокоит, вот хочется сказать. Значит, первое, с чего мы начнем, это с того, что ситуация была неприятная, вот, ситуация была достаточно тяжелая. Вот, вы сами, в принципе, говорите о том, что, ну, вот у вас была именно какая-то вот невротическая связь, то есть это была какая-то вот что-то типа зависимости была у вас. Вот. И соответственно, ну, вы были более чем заинтересованы, да, в том, чтобы вот, чтобы как-то вот это, ну, чтобы как-то развивалось это, чтобы как-то вот какое-то развитие эта ситуация получила, вот, с одной стороны. Другой, плюс, вот, ко всему, я бы сказал, что вы явно испытывали ряд эмоций таких, ну, знаете, как неприятных таких эмоций, ряд. Вы испытывали, и вам было, ну, в этой ситуации тяжело, вы наверняка практически чувствовали себя скованно, в этой ситуации вы чувствовали себя скованно, что, на мой взгляд, является совершенно нормальным, вот, и естественно, что вам нужно было как-то вот свои чувства, да, свои эмоции, свои переживания нужно было как-то выразить. А вот что, собственно, что в принципе и произошло. То есть вы просто, получается, выбрали для себя, ну, ну, ту возможность выразить свои чувства так, как, ну, как могли, как умели, как хотелось, да. Вот, потому что вас эта ситуация тревожила, вас эта ситуация напрягала, вас эта ситуация беспокоила, и вы решили с ней обратиться так как обратились. Вот. Я думаю, что это абсолютно нормально. Почему у вас на текущий момент эта ситуация так вот, ну, нахлынула воспоминания об этом? Вот, я лично думаю, что, ну, вот, что-то произошло, что навело вас на эти воспоминания, вот, что-то служил вам триггером для этого. То есть, ну что-то послужило пусковым механизмом, какие-то события в вашей
ну, вашей жизни, произошли, что они, ну, что они, значит, вызвали такие чувства, вот, такие эмоции вызвали у вас, и, на мой взгляд, это абсолютно, в принципе, нормально, как мне кажется. Вот, то есть я не вижу в этом чего-то такого вот откровенно негативного, да, то есть я не вижу в этом чего-то такого прямо, чего-то такого прям плохого, неестественно, по крайней мере. То, что вам за этой ситуацией тяжело, то, что вы чувствуете себя, ну вот, той или иной степени грязной, это, на мой взгляд, связано только с тем, что вы до сих пор не принимаете в себе вот, то, что с вами произошло тогда. Вот, вы это отрицаете, вы это отвергаете, вот, пытаетесь как-то сделать вид, что этого не было, хотя это было. И вот этот момент, он, пожалуй, является ключевым на самом деле. Вот, то, что вы отвергаете, вот, ну, наличие, то, что вы отвергаете наличие вот такой истории, такого эпизода в вашей жизни, вот. Вас вряд ли можно как-то за это винить, да, винить вас, конечно, никто не будет, но тем не менее. Вот. Я думаю, что здесь смешалось несколько разных моментов, где противоречивости, которая была у вас в этой ситуации, да? Вот. То есть, ну, вы хотели вы хотели для себя чего-то, вы хотели что-то для себя получить. Вот, вы хотели решить вот, ну, какую-то проблему свою. Вот. И, на мой взгляд, это нормально, что вы хотели решить эту проблему, вот, абсолютно, как мне кажется, это нормально, вот, и вы этого не сделали, ну, как бы, до сих пор, вы этого до сих пор не сделали, то есть у вас до сих пор в этом смысле, как будто бы незавершённый гештальт, связанный с этой историей. И, вероятно, что-то непрожитое осталось. Вот. Когда вот вы сталкиваетесь с чем-то из внешнего мира, вот, что как-то вот, ну, отсылает вас к таким моментам к чему-то, ну, похожему, да, вот, естественно, это вызывает чувство, которое вот вы испытываете, то есть это абсолютно нормально. Я думаю, что вам нужно найти для себя возможность прожить. То, что вы чувствуете, да, то, что вы ощущаете, вот это мне нужно найти возможность прожить это. Вот. И я думаю, что вам в любом случае будет тогда легче, я думаю, что вам в любом случае будет тогда несколько, ну, как-то комфортнее, да, вы закроете
для себя этот вопрос, и он вас не будет больше так тревожить. Собственно говоря, вот процесс отпускания переживаний связан как раз с их проживанием. То есть вот с необходимостью прожить вот, ваши чувства, которые есть. Вот, и если вот, если у вас это повторилось, то речь идет, конечно, о том, что ситуация была травматична. Вот. А еще есть такая вероятность того, что была травма, вот у вас в этой ситуации была травма. Травма была достаточно серьезная. Есть вероятность того, что вы до сих пор ее проживаете как-то. Ну, я думаю, вот как-то так можно ответить вам на вопрос, вот, который задают. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.